чем секрет хорошего настроения на свадьбе? Может, в изысканной кухне? Или в точно прописанном и согласованном сценарии? Может, все дело во внимании к деталям? Драйв? А как насчет момента правильной лирики? Может быть, секрет таится в грамотной работе слаженной команды? Все вышеперечисленное, безусловно. Но самое главное... Ведущий Дмитрий Лихачевский. Дамы и господа, хорошее настроение начинается с этих звуков. Куда он ушел? Я не знаю, а что? Хорошо ведет. У тебя есть визитка его? У вас все еще плохое настроение? Тогда я выезжаю к вам.